Именно так начинается новый сезон в полицейском патруле, дорогие друзья. Всем привет, друзья, с вами Спикер и полицейский патруль. У нас сегодня будут новые машинки, у нас сегодня будут совершенно новые преступники, сделаны именно мной и будут делать типа сюжета. Ну что, у нас есть преступник, он удирает просто на всех парах, и мы, конечно, догоняем его. Так, ну-ка, стоямба. Полицейский патруль прижаться к обочине. Хотя у нас сегодня будет шериф уже, вот такой местный шериф, но, конечно, мы не будем играть от третьего лица, мы будем играть именно от первого. Так, ну, кажется, слишком, о, как, ну, нагоняет. Хорошо, у нас, в принципе, есть новое оружие, у нас есть револьвер, у нас есть шокер и обычный пистолет. У нас также будет автомат и дробовичок. Слушай, довольно хорошо так едет, можно включить камеру. Ну, так, включим камеру и будем наслаждаться рассветом. Какой прекрасный рассвет, GTA-шки 5. Ну что, сейчас догоним, можно, в принципе, уже сделать один выстрел, предупредительный, прям в колесо. Нет, кажется, попали в фару. В левую фару. Да-ка, в правую фару. Они прям по центру. Ох, испугался. Ох, как его закрутил. Хорошенько закрутил. Так, приезжали. Приезжали и выходим. Вот о чем и друзья я говорю. Так, полицейский патруль, выходим. Это уже шериф-патруль получается. Так, красотка куда побежала? Там, кажется, есть еще один преступник. Проехал мимо меня. Хорошо, догоним, наверное, ее, потом уже арестуем второго. Так, стой на месте. Стой на месте, вы шериф-патруль. Так, надеюсь, ты без оружия. Так, взем кувырочек. Какие-то камни еще мешаются нам. И прям на земельку, прям в кусты, даже не видно. Хорошо, тебя арестуем, у нас по идее тачка четырехместная, и сможем посадить ее в машину и отвезти уже в тюрьму. Так, начинаются гонки, где-то слишком далеко, не вижу на карте. Хорошо, мы гонки пропустим даже. Реперы, ребята. Ох, какой кактус колючий. Так, пройдем здесь, здесь камни какие-то не проходят. И наступило уже утро, друзья. Хорошо, посадим преступницу в машину. Можно отвезти, конечно, ее в тюрьму. Вот так открываются двери. И входим. О, пардон, я не хотел. Видимо, от злости. Так, пересели. Включается камера. И где наш преступник? Так, сел уже в машинку. Можно включить свенки. И отвезти, в принципе, в тюрьму, друзья. Так, ну что, сделаем разворот уже. Ну, сделаем такой разворотик. И отвезем, наверное, в тюрьму. Заодно и посмотрим, что у нас есть с преступностью. Прям, ох, у нас перестрелочка, то, что нужно. Ну-ка, погнали, включаем сирену, там уже есть уже большой кипиш. И поехали, да, покажем преступнику, как работает шериф-патруль. Это, походу, какая-то новая рубрика. Ну что у нас, на шоссе, походу, сейчас догоним. Как раз внедорожник тут и не и пригодился. Ну-ка, давай-ка прям в припрыжку. Ух ты, да, это шериф-патруль. Реально, крутая тачка. Так, ну что у нас происходит здесь? У нас военная, у нас военная, у нас есть револьвер, и сейчас будет эпичная перестрелка, потому что револьвер снимает с одного выстрела. Так, ребята, остановились? Нет? Ох, реально, один выстрел и один труп. Это шериф-патруль, это гораздо покруче будет и посерьезнее. Так, дай-ка погодите, слишком много перезаряжается. Ух ты, да, как крутануто. Так, ребята, походу, застряли. Ребята, застрял, мы выходим. Можно так засесть уже и, конечно, вести перестрелка. Шериф-патруль. Вот можно взять дробовичок, дробовичок можно вести. Вот так какой. Довольно эпично. Там нашим по ногам. Его по ногам. Ты еще внутри. Вижу. Минус один. Так, ребят, добейте его. Добейте его, и я его добью. Так, готов. И последний, третий, готов. Довольно прикольно. Из укрытия. Обалдеть. Шериф-патруль. Так, ну что, садимся уже. Так, преступник на месте. Сколько крови-то у нас? Так, преступница на месте, может потом если что отвезти. Ребята сработали реально круто. Это шериф-патруль. Ну что, поехали, что у нас есть? Так, у нас прямо перед нами здесь какие-то гонки начинаются. Так, я подтверждаю. Нет, у нас угон военной техники. Так, прижать. Прижать быстрее нужно. Вот так, прижали. Жестко прижали. Так, выходим. Ваши документы. Так, все на месте. Стой на месте. Куда? Куда рванул так быстро? Прям передо мной. Хорошо, по ногам. Его просто сбили. Да что нужно. Сейчас догоним его. Сейчас догоним. Не сбить меня. Хотя можно его позбивать. Как его трясет-то? Так, хорошо, можно арестовать. Так, что у нас за куча какая-то? Так, он поднялся. Его поднялся и сразу толкнули. Так, ну-ка, стоять на месте. Стой на месте! Просто реально вперед и давит. Куда побежал? Могу пробежаться. Так, прошли. Так, чувак, стой на месте. Тебе нужно арестовать. Арестуем, красотка, стой на месте. А то шокером. Даже в форме мигает. Так, сейчас арестую этого. Так, ну, кишки надели наручники, отведем его, наверное, уже в машину, и можно отвезти, в принципе, в тюрьму, здесь, в принципе, недалеко. Так, хорошо, давай-ка прям за мной уже. У нашего главного героя, кажется, нет просто головы, забавно смотрится. Всадник без головы. Так, открыть дверцу, красотка, подвинься, сейчас сядет второй преступник. Наш тачку, конечно, уже полностью расстреляли. Так, кишки, он сел.
Так он идет очень медленно. Хорошо, он, в принципе, сам поедет уже. Я посмотрю, как он сядет. Окейшки, он сел и поехали. Мы уже, наверное, отвезем уже в тюрьму. Там их посудят и, конечно, посадят уже реально в тюрьму. Хорошо, диспетчер, что у нас есть интересного? Может, даже будет что-то интересное, и мы, конечно, это дело бросим. Так, угон автобусом, угонного мопеда. Нет, прям перед нами. Ну, в принципе, можно арестовать. У нас тебя нет уже мест, у нас два места и все заняты. Хорошо, что у нас будет еще? Может, даже угон будет тюремного автобуса. Так, это что-то новенькое, даже не знаю. Хорошо, наверное, подтвердим, поедем уже. Посмотрим. Так, у нас появилась какая-то зона, и нужно что-то сделать. Сейчас подъедем, наверное, в тюрьму отвезем. Так, секундочку, здесь какой-то кипиш. Здесь какой-то кипиш. А вот нос. Походу, сбили велосипедиста. Ух ты, жесть. Бедняжка. Конечно, вызываем, наверное, скорую помощь. Для этих дел нужна просто скорая помощь. Так, а тебе, наверное, видимо, нужно арестовать и уже отвезти в тюрьму. Едет скорая помощь. Хорошо, мы вызываем еще патрульную машинку. У нас нет мест, чтобы тебя арестовать. И мы отвезем, наверное, уже преступников в тюрьму. И потом уже займемся другими. Сейчас привет, ребята, и с вами разберутся. Так, вот медики приехали. Пускай посмотрят уже. Так, выключим сиренки. Так, книжки, возможно, оживут, а возможно, не оживут. Хорошо, диспетчер, что у нас есть сегодня еще интересно? Так, гольф-машинка, это довольно интересно. Нам нужны реально эпичные перестрелки. Мы, кажется, подъехали в тюрьму. Можно здесь свернуть уже. Камень какой-то. Какие-то недовольные преступники. Нормально. Нарушили закон и еще возмущаются. Хорошо, диспетчер, что у нас есть еще? Так, это не то, мне, конечно, это не надо. Так, это что-то у нас новенькое. Хорошо, приехали в тюрьму и нужно их посадить уже. Преступники наказаны и отправлены в тюрьму. А у нас следующий вызов. У нас перестрелка и там слишком много цели. Сейчас подъедем и разберемся. Починили на машинку, даже маленько помыли ее. Так, белоснежным. Там, значит, 4 цели. 4 цели, конечно, вызываем подмогу. Так, можно даже вертушку. Вертушку, пожалуйста, диспетчер. В помощь. Так, преступника одного уже берут, кажется. Там, даже не знаю, перестрелка либо что. За кем интересно? Так, вижу, есть группа цели. Группа цели прям справа от нас. Так, один преступник слишком далеко уходит. Хорошо, у нас есть две цели, нужно к ним уже. Тут рядом есть цели, 3 цели. Сейчас возьмем всех. Так, кажется, вижу одну цель. Прям бежит по берегу. Шериф-патруль. Чувак, стой на месте. Так, кажется, без оружия. Так, вижу второго бегуна. Так, хорошо, даже не знаю. Можно, в принципе, шокером, а можно... Ну, давайте прям шокером. Вот так, таким макаром. Так, один готов, можно выйти арестовать. Там, кажется, идет перестрелка. Так, не знаю, есть оружие? Чувак, где есть оружие? Брось пушку уже. Так, водичку пал. Какая у тебя морда татуирована. Там, кажется, перестрелка. Хорошо, я тебя понял, конечно. Готов. Садимся в тачку. И, кажется, по ту сторону. А мне кажется, он сейчас живой. Кажется, отметка, а нет, он мертвый. Так, где-то прям по ту сторону дороги. По ту сторону дороги шериф-патруль выходит. Так, ну что, выходим? Выходим, наверное, прижимаемся к машинке. И реально уже такие перестрелки. Довольно будет интересно. Так, где у нас? Не вижу. Можно ровести вот так не ногой. Кажется, задели его. Так, давай-ка еще разок. Так, окей, готов, можно же обойти. Обойдем с другой стороны. Так, он еще живой. Еще живой, реально интересные перестрелки. Так, вижу красную отметку где-то прям в кустах. Так, не вижу его. Куда ты зашкирился? Ох, вижу. Кажется, ранили. Так, давай кожу. Идем вперед. Берем, наверное, шокер и попробуем все-таки его арестовать. Так, брось пушку. Там какая-то красотка, даже не успел заметить. Кто там у нас? Так, хорошо, дробовичок. И прям по ногам. Так, живой еще? Нет, никакая не красотка. Как эпично, ну, упал. Татуированный, как это реально мафиози. Так, хорошо, остался еще один преступник. А это, кстати, отметка у нас не красная. Хорошо, ребята приехали. Ну что, ребята, шериф-патруль выходит на охоту. Хорошо, займемся в тачку, погнали. Машинку нашу маленько расстреляли. И остался еще один преступник. Там есть вертушка. Сейчас вертушка нам поможет. По ту сторону горы. Возможно, сел уже в транспортное средство. И как-то слишком он уехал. Хорошо, наверное, прямо через горку можно. Но уже напрямик. Там, надеюсь, кустарники нам помешают. Ух ты, да, шериф-патруль выходит на охоту. И... Какой выстрел, какой эпичный выстрел и просто в голову. Конечно, в грудь, но он все-таки упал. Он живой, так кажется, его добивает уже. Это реально, это шериф-патруль. Хорошо, что у нас диспетчер. Успеем проскочить, конечно, успеем. Поезд, успеем проскочить. Сейчас, ух ты, жесть, успели проскочить на эту сторону. И его уже, кажется, берут. Это шериф-патруль, это гораздо круче. Хорошо, выключаем мигалки, и его уже арестовали.
Ребят, это реально круто. И, кстати, изменил вертушку. Теперь там реально написано «Сват». Не полицейский патруль, а «Сват», как видите, друзья. Хорошо, диспетчер. Давай-ка мне еще задание. У нас есть угон автобуса прямо перед нами. Ну, хорошо, подтверждаем. Ну, надеюсь, это будет быстренько. А, куда-то делся. Хорошо, наверное, другое задание. Другое задание у нас слишком далеко. Ох, как далеко. Нет, не поеду там. Так, угон мопеда. Ну, в принципе, можно взять. Подъедем уже на таком внедорожнике и просто припаркуем мопед уже к обочине. Интересно будет зрелище. Так, кажется, прям по курсу вижу. Как можно сделать дрифт? Вот такой дрифт сделаем. Ух ты, да, хорошо, большой дрифт. Ну что у нас, полицейский шериф-патруль и уже преследуем мопед. Включаем мигалки. Приезжается к обочине. Шериф-патруль. Посмотрел так назад. Интересно, палец не покажет. Вот так уже не сумел. Хорошо, наверное, еще разок. Это не получилось. Это не полицейский патруль, это шериф-патруль. Нам снова обучат. Он решил свернуть, ну, в ту сторону. Хорошо, в принципе, у нас есть шокер. Можно просто шокером его сбить с мопеда. Вот так. Спокойно. Главное его не задавить. Так, чувак, все в порядке, без оружия. О, как тебя трясет-то. В какой позе ты смешной. Спокойно арестуем. Мопед, конечно, вернем уже владельцу. А тебя, конечно, в тюрьму. Так, тебя можно арестовать. Так, кишка-то. Наш главный герой без головы. А какое зрелище. Ну-ка, встанем прям на тень. Куда делся? Так, что сигналишь? Ну, мне еще палец показал. Ну-ка, выходи из тачки. Выходи из тачки. Так, все в порядке. Кто у нас без оружия? У тебя оружие есть? У тебя есть оружие? Ты решил поагриться. Хорошо, можно, в принципе, взять дубинку. А, хотя можно и по-честному. Ну, давай-ка. Ох, прям по харе. Ох, довольно эпично смотрится от пера. Ну-ка, давай-ка, еще разок. Прям в харю. Нормально. Сейчас отправишься в тюрьму. Давай, накостыляем. Нормально. Добьем еще его. Все, готово тебе в больничку. Тебе оформим больничку, готово. Так, решил второй подойти? О, оформилась. Как быстренько-то. Так, чувак пошел даже подхрамывая. Мы шокер маленького. Так, ну что, ребята? Ваш клиент. Хорошо, поехали дальше. У нас есть другие. Преступник наказан и отправлен в тюрьму. У нас очередной вызов и какая-то перестрелка. Включаем сирены и погнали. Пока у нас там есть копы, у нас копы работают. И сейчас подъедем, поможем, конечно же. Шериф-патруль подъезжает. Нам нужно свернуть здесь. Там как-то перестрелка же на мопеде. Сейчас повернем именно туда. Так, ну что преступника ведут? Кажется, два преступника. Кажется, на мопеде, на мотоцикле и на машине. Сейчас подъедем, у нас есть револьвер, и сейчас начнется перестрелка. Ух, чувствую, начинается потеха. Так, одного сбили, и будем сбивать второго. Ух, как жестко сбили. Кажется, уже радиаторная сетка отлетела. Жесть. Там, кажется, есть еще один преступник. Так, и револьверы, где наш преступник? Так, это его ноги. Чьи-то ноги. Секундочку, у тебя есть оружие. Чувак, стой на месте. Прям по колесам. Хороший выстрел. Но он продолжил свой путь. Хорошо, наверное, его оставим. А преступник у нас прям вот тут. Ох, жесть. Интересно, а кто его застрелил? Довольно интересно произошло. Хорошо, вызываем, наверное, скорую помощь. Довольно все очень быстро. И преступника просто сбили. Сколько крови-то. Хорошо, диспетчер. Посмотрим на очередной список. У нас есть какая-то гонка. Можем подъехать и посмотреть, разобраться. Так, включаем сиренки, подъедем уже. Так, ну, сказали, там есть машина. Сейчас подъедем и разберемся, что там происходит. Так, цель у нас не движется. Сейчас подъедем, пока что без сирены. Главное, не испугать. Так, вижу, припаркована есть машина. Так, секундочку, нужно найти одну машину. Сейчас найдем в этом радиусе, есть какая-то машина. Нет, две машины. Диспетчер нам даже сказал, две машины найти. Только пока что я никого здесь не вижу. Так, радиус очень большой. Но пока что здесь никаких машин нету. Наверное, продолжим, наверное, по ту сторону. Здесь у нас, по идее, отельчик, наверное, по ту сторону отеля. Сейчас проедем чуть дальше. Так, тут я тоже ничего не вижу. Ну-ка, наверное, зайдем сюда, посмотрим. У нас реально ничего нету. Слишком большой, конечно, радиус. Хорошо, диспетчер, дай-ка мне другое задание. Это мне не интересно, мне нужно что-то интересное. Погони, перестрелки, у нас танк, угон танка. Хорошо, подтверждаем и погнали. А у нас танк, включаем сирены, вызываем побольше патрульных машинок. Так, секундочку, это прям по правую сторону, а вон наш танк. Маленько сместимся в правую сторону. Ух ты, жесть, внедорожник довольно эпично, особенно в таких дорогах. Где наша подмога? Я, по идее, вызывал уже пару патрульных. Хорошо, вызываем еще парочку. И он поехал просто. Так, быстренько промчимся. Пока нет поезда, промчимся. Вот спокойно пока ведем преступника. Пока мы просто ведем танк и наблюдаем за ним.
пока не подъедет подкрепление, и тогда уже будем что-то придумать. Так, есть вертушка. Есть вертушка, подъехали джип поближе и вызываем на расхват. Так, ребята появились. Окей, сейчас будет что-то интересное. Ребята, давайте прям в лобовую. Так, остановились. И что будет интересно? Так, хорошо, можно выйти. Выходим. Так, шериф патруль, выйти из танка, пожалуйста. Он открывает огонь, то что? Хо-хо-хо. Даже не знаю, какой мне стрелять. Ну-ка, залезем наверх. Наверх, залезем быстренько. Так, шериф патруль. Так, спокойно. Мы просто упали с танка. Все в порядке. Такое недовольство. Так, быстренько в машинку уже. Минус две машины. И, конечно, кажется, по два копа в тачке. Это четыре. Так, он поехал дальше. Четыре мертвых офицера. Это реально уже тянет на преступление. Конечно, сейчас арестуем, конечно, его. Так, выехал уже прямо на трассу. Так, вертушку вижу. Ты слишком далеко уехал. Так, вижу танк, даже не знаю. Можно, в принципе, поехать прямо навстречку. Мы такое уже делали. И, конечно, это его полицейский патруль. А это у нас шериф патруль. Так, он поехал дальше. Так, ребята, а где вы находитесь? Мне нужна, наверное, подмога нужна. Так, подмогу. Патрульных машинок прям в куре. Ох, сколько их там впереди. Так, танки это не очень-то и быстро. Так, что у нас есть? Револьвер. Там, кажется, ламборгини остановилась прямо перед ним. И он проедет прямо под ней. Ох, нет. О, ребята, бедные. Бедные ребята, там просто скукожил. Жесть. Как он рванул, чувак живой. Чувак живой, просто под танком был. И он живой. Ох ты, жесть, это было круто. Походу, он сам себе взорвал. Ребята в панике. Походу, у него какой-то стресс. Хорошо, выключаем мигалки, и, наверное, вызываем скорую помощь. Здесь какой-то кибиш происходит. Сейчас скорая помощь приедет, ребята. Маленько потерял ребят, которые погибли. Но что поделать, такая наша работа. Так, я заметил какой-то истребитель и красная отметка на карте. Возможно, он в выгоне, а возможно, просто... Ну, он, кажется, в нашу сторону направляется. Он делает заход. Хорошо, у нас есть ракетная установка, и пора ее, наверное, достать. Если что, будет, конечно, перестрелка. Мы, конечно, будем его снимать. Так, наверное, припаркуемся прямо вот здесь. Так, припаркуемся. Так, где-то прям в той стороне. Хорошо, берем, наверное, ракету основку, и у нас 10 ракет. Ну что, ждем. Ох, реально в нашу сторону направляется. Так, ну если что, конечно, я готов открывать огонь. А если будет ракет, конечно, мы будем открывать огонь. Ух ты, да, пошла ракета. Мы тоже в ответную. Ух ты, жесть, уходим в сторону. О-о-о, вот это было жарко. Так, ну что, где мы пролетим, не вижу. Так, вот над нами. Давай-ка еще разок. Еще разок в него. Первая ракета ушла в ноль. Так, вот, наверное, автомат и посмотрим поближе. Так, вижу дымок и... Ух ты, жесть, сейчас ему не сдобровать. А возможно, он уйдет от нее. Так, произошел выстрел, значит, взрыв, значит, мимо ракета пролетел. Хорошо, поехали дальше, даже не знаю, какое место найти. Нам нужно найти хорошее местечко. Наша тачка на ходу, все в порядке. Да, мы отошли от тачки, значит, все в порядке. Включаем сирену, у нас реально... Так, нужно, по идее, вызвать диспетчер и побольше машин делать заход снова. Так, припаркуемся. Так, хорошее местечко. Возьмем уже ракетницу, пускай прилетает прямо над нами. И выпускаем ракету. Так, он прямо в рекламный щит, это наш ход. Именно наш ход, так, нацеливаемся. Так, не вижу. Не вижу красной отметки. Вот сейчас будет. Ух ты, да. Сейчас точно будет жарко. Сейчас будет точно жарко. Так, солнце мне мешает. Окейшки, сейчас будет большой бабах. Уху-ху. Да, он уже горит. Появился какой-то дымок, но он еще летает. Так, хорошо, поехали дальше. Нужно прям за ним уже. Возможно, сделать круг уже. Нужно менять позицию. Так, у нас, по идее, туда есть крыша, можно на крышу залезть уже и прям с крыши вести огонь. Довольно будет хорошо, да не вижу его. Так, на карте вижу красную отметку. Ох, делает заход. Хорошо, у нас тут, походу, бар. Наш самый любимый бар, в котором мы всегда выходим. Так, можно подняться наверх, походу. Так, хорошо, можно припарковаться здесь. У нас должна быть где-то тут лестница. Ну-ка, поднимемся на крышу. На крыше будет гораздо уже удобнее. Так, ну, сможем подняться? Так, мы не сможем подняться здесь. Так, раз метка, о, пролетает. Походу мимо. Окейшки, и вот он уже реально горит. Ну что же, можно даже подстрелить его. У нас есть автомат. Ну-ка, секундочку, сейчас нацелимся. Огонь, конечно. Нужно убрать ракету. Хорошо, возьмем ракетку, успеем навестись. Да, успеем навестись, нет, не хватило. Буквально пару секунд. Хорошо, выезжаем, возможно, с другого места можем подняться. Так, вижу истребитель. Это довольно интересное задание. Диспетчер мне на чертовски понравилось. Интересно будет, а если угон будет 5 истребителей? Это будет реально уже полный хаос. Идем через кусты уже поближе. Ох, у нас есть аэропортик. Тут гораздо будет удобнее.
Нам никакие деревья не помешают, и сможем навестись. Сколько мне это? Так, только переворачивайся. Тачку как... О, как мы тачку сбили-то все? Так, не вижу. Не вижу визуально. А он вижу. Ну-ка, припаркуемся прямо уже в открытом поле. Мы готовы уже, конечно, уже один на один с истребителем. Так, у Киишки у нас есть 7 ракет еще. Он делает заход в нашу сторону. Ну что, в принципе, я готов. Можно даже выпустить попробовать 2 ракеты. Так, мне кажется, он нас просто потерял. Так, слишком далеко, конечно. Можем маленько уже пошуметь. Возможно, он нас увидит. Сделает заход, и тогда мы с ними разберемся. А хотя можно даже и сесть в этот... даже не знаю, можно сесть, в принципе. А у него, конечно, нет пулемета никакого. И мы не сможем никакого сбить. Так, делает заход. Делает заход, я точно вижу. Так, прям за камнем. Да ну что, друзья, последний заход его, походу. Так, идет наводка. Идет наводка, Паша, ракеты дымят. Так, 2 ракетки. Давай ракетку. Давай быстренько перезарядку сделаем. Ух ты, жесть, ракета ушла в мимо, походу. Так, не вижу ракету. Его на ракета нет, хорошо, последняя наводочка, и мне кажется, его просто будет хана. Так, красный огонек. Готово. Паша, ракетка. Паша, моя хорошая, давай же взорвись уже наконец-то. Ух ты, да. Походу прошла мимо. Жесть, хорошо, вдогонку за ним. Друзья, он падает. Он реально упал? Ух ты, да, это было круто. Можно же подъехать уже, посмотреть. Но мне кажется, слишком далеко это будет. Хорошо, на этом мы закончим. Увидимся в других сериях. А с вами был Спикер. До новых встреч, друзья. И всем пока.